Всем привет, с вами снова я, Лена Нифонтова, и это мой канал РЦВ, и также моя группа ВКонтакте, идеальным. И сегодня я вам покажу письмо от Полины Саниной, и да, сразу же говорю, что я ей писала первое, потому что она попросила, чтобы я ей написала первое. Да, как легко меня уговорить. Но вы не пытайтесь это сделать, потому что она учится со мной в классе, поэтому она это выглядит так, от Полины Саниной... И для меня тут также всякие скыр-скыр, мэр, это лав, переписка письмами выпала отсюда. То есть что. Кстати, конверт она оформила вот так, обмазала его красками и написала forever. Да. Это юбилейный выпуск про письма и также юбилейное письмо, которое я получаю. Поэтому давайте же посмотрим, что тут находилось. Так. Давайте начнем по порядку. Все, конечно, первое, что это тут было, что тут лежало, это вот такой вот карандашик Икея, из Икеи. Потом это такие усы, которые уже похожи не в своей форме, как они должны были быть, потому что да, усы вроде лежали вот так вот. Ладно. Потом это Ангелина, так как я писала первое, положила распечатку Ангелины, пока Ангелина была другая. И мы с ней, в общем, прикалывались, так как она сидит передо мной на парте. Ну как, я сижу на четвертой парте, она сидит на третьей. И вот, мы с ней прикалывались над моей Ангелиной, и она мне положила тоже Ангелину. Да, и, кстати, спасибо тебе, Полина Санина, за ответное письмо. Очень оно мне понравилось, очень классное, прикольное. В общем, как-то так. Потом тут было куча и море наклеек. Вот таких очень классных. Просто обожаю такие наклейки. По-моему, это всем. Вот, арбузики, сердечки, еще сердечко, нотка, типа чупа-чупс, или это может быть шашлык какой-нибудь, там сердечко, и еще какая-то, либо шашлык, либо чупа-чупс, не знаю, что это такое. В общем, не суть. Потом это были три таких декоративных скотча, фиолетовый, розовый и оранжевый. И да, она говорила, что у нее декоративный скотч, потом она сказала, что он прозрачный. И я поняла, что у меня уже есть такие скотчи, у меня там набор тоже 6 скотчей. У нас, по-моему, они абсолютно одинаковые, но я сравнила желтый, вот этот оранжевый, с моим оранжевым, и мой немного поярче, по-моему. Но суть та же, что у меня они есть, ну ладно, хотя бы как-то так. Ну, все равно спасибо, хоть они у меня есть, ничего страшного. Потом это были вот такие стикеры, тут были вот три таких стикера, которые у меня опять же такие есть, такие бумажные. Ну, у меня их осталось мало, поэтому все равно спасибо. И также вот такие вот розовые листочки. Потом это такое прикольное Асклена. Тут такой прикольчик. О, какой красивый текст, говорит вот этот вот фламинго. Но я не умею читать. Вот. И тут она задала вопросы. Обязательно тебе отвечу в обратном письме и также сниму видео. Также тут мои любимые ОПНК. Она напечатала. Спасибо тебе огромное. Потом это было письмо. Оно было на очень красивом листочке с мою руку. Реально очень красивый листочек. Ой, извините. Спасибо тебе за приятное письмо. И что тут было последнее? Это была такая вырезка. Очень странная вырезка. Я, конечно, не увлекаюсь там всякими... Как его? Такими страшилками, но все равно, ладно, как бы... Как-то так. Вот, и это было все Полинино письмо. Надеюсь, я все показала. Оно было очень большое, насыщенное. Всем, в общем, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу. Всем пока!